Макротренды – это то, что глобально влияет на нашу жизнь, вкусы, интересы, а также одежду. Самым главным веянием текущего времени является разумное потребление. Во всем мире растет интерес к винтажным вещам, растет посещение секонд-хендов, вещи сдаются на переработку. Появились такие понятия, как upcycle и recycle. Люди пытаются сократить свой негативный след на окружающую среду. Даже то, что вы продаете свою одежду на Авито, вы уже даете ей второй шанс, уже делаете свой вклад. Вторым макротрендом является минимализм, как логично вытекающее последствие из разумного потребления. Минимализм не только в количестве, но и в самих вещах. Вещи стали более лаконичными. И какой стиль бы в одежде вы ни выбрали, он всегда строится на основе минимализма. Третий макротренд текущего времени – это свобода. Идет борьба за свободу слова, за свободу выбора, за свободу самовыражения. И как вы могли заметить, силуэты стали гораздо свободнее. В модном мире уже давно можно встретить мужчину в корсете или в юбке. А в повседневной жизни женщины отдают предпочтение более свободным силуэтам. Это были макротренды. Подписывайся, в следующий раз расскажу про микро.